В Алматы сгорела парикмахерская, магазины и кафе у Зеленого базара. По словам очевидцев, сначала огонь охватил салон красоты, а затем перекинулся на стоящие рядом здания. Но есть предположение, что возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. На место прибыли 8 пожарных расчетов. Им удалось потушить огонь примерно за полчаса. Тем не менее, все 3 помещения сгорели полностью.